И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей, Car Mechanic Simulator 2018 у нас. Продолжаем нашу рубрику всяких всевозможных симуляторов. Прошлый симулятор у нас, по-моему, был симулятор айтишника, собирали мы ПКшники там. В игры такого жанра я не помню, на канале были они, не были. По-моему, как-то симулятор механика... Где, сука, музыка выключается? По-моему, какая-то хуйня должна быть. Вот она. О! Нахуй, лучше вот так вот. Все, лучше без звука. Ну, машинки, да. Короче, так, нам надо... Я немножко там обучение посмотрел. Нам надо, короче... Принять заказ. Телефон. Вот он, телефон. Так, что-то капец аж просело так. Короче, смотри, нажимаем на телефончик, убираем. Так, тормозная система. Так, полтора года назад я купился на автомобиль. Он сказал, что кроме долива топлива его ничего не интересовало. Проверь, пожалуйста, состояние масла и резины. Сюжетный заказ. Обычный заказ. Сюжетный заказ. Давай. Принять заказ. Посмотрим. Хорош. Вот эта точилка. Окей. Давай. Нам нужно проверить... Ох, ёпта. Топливо, да? Так, подожди. Щупик. Вот. Масляная линейка. Так, кликнуть, чтобы центровая деталь держать, чтобы демонтировать. А, ёпта, подожди, класс. Диагностические инструменты, режим проверки, сборка деталей. Режим проверки. Ты, блядь, мне вот ее надо? Нахуй, так. Сборка деталей, статус автомобиля, заметки. Нахуй демонтаж, подожди. Диагностических пока нихуя нету. Ладно. Ага, масла мало. Видишь, масла у нас минимум. Хорошо. Значит, нам надо масло. Давай, склад с деталями, двигатель. Ага, подожди, или я масло так, по-моему, могу залить, да? И блысь. Так, теперь-ка давай. О, все ровненько. Хорошо. Так, масло я залил. Ну, тачка пиздец, конечно. Так, мне ее надо переставить автомобиль. Че, парковку? Не, нахуя. Подъемник. Короче, давай-ка теперь. Поднимем его. Давай-ка еще, слышь, поднимем. Мне резину надо проверить. Да не, резина вроде бальмоль, братак. Конченый. Правда, диски, она какая-то все, сука, ржавая. Резина грязная, так-то вроде протектор есть. Все нормально у тебя, слышь? А, не-не-не, тихо. Че, ну проверил я. Адам какая-то резина непонятная. Слушай, подожди. А, это я поворачиваюсь, не пойму, думаю, что за звуки. Так. А, все. А, подожди, чё? Ну, резина же норм. Норм. Так, тогда давай опускаем ее. Текс. Как мне проверить резину? Вот смотри, подвески нет. Мне надо... Не подвеску, мне надо баллон, да?
Баллон. Состояние. А, 12%. Смотри. 12. А, вот так, короче, смотри. Опа. Заметки. Добавить заметку. Добавил я, да? Подожди, где? Заметки. Покрышка Б. Ага, все. Так, покрышка Б. Так, 10%. Статус автомобиля, не заметки. Добавить заметку. Это типа, какие баллоны менять надо, как я понимаю. Как-то он странно, блядь, ходит. Так, 15%. А с виду прям хорошая такая резина. Так. Вот, тут вообще состояние 0. И... Так. Теперь смотрим заказы. Так, не-не-не-не-не-не-не. Заметки, да? Тут смотрим покрышки. Что у нас там? Нихуя, да? То есть мне что сейчас? Еще надо и резину ему поменять. Так, блять, стой. Пойдем за комп сядем, да? Здесь же нихуя нету. Подожди. Склад с запчастями. Все, нет, нихуя. Ладно, давай тогда, получается, вот так сделаем. Чтобы демонтировать, да? Подожди. Сейчас я что-то смогу с ней сделать или нет? Так, хорошо. Демонтирую деталь. А, установить. Ага, подожди. Здесь и демонтировать, да? О, как ты посмотри. Так. Снять. С под деталями, да? Состояние 11%. Так, ну получается мне 4 баллона надо, все понятно. Давай закажем. Закажем. Так, магазин с дисками, магазин с резиной. Так, от 300. Ага. Крышка вездеходная Б. Крышка гоночная Б. А, слушай. Покрышка стандартная, по-моему, да? У меня там Б идет. Ну-ка сейчас. Склад с резины. Покрышка стандартная Б 205 55 16. Покрышка стандартная Б 205 65. Покрышка стандартная Б. Количество 4 штуки. Так, 205. 65. Угу. 205, 65, 16, все. Покрышка стандартная Б. Окей. Все, давай быстренько тогда демонтируем вот эти колеса. И будем сейчас тогда менять покрышечки. Как я понимаю, резину мы ремонтировать ничего такого не можем. Так, хорош. Здесь, как я понимаю, нам не надо будет, да, внешняя, внутренняя сторона делать. Просто шиномонтаж делать и все. Давай-ка снимаем. Пока что это, блядь, я не чувствую себя, знаешь, в симуляторе автомеханика. Чувствую себя пока в симуляторе шиномонтажника. Ну. А, блядь. Запарился. Так, хорош. Давай. Так, и вот мне теперь интересно. Резина. О, да.
4 новых баллона есть. Отлично. Так, демонтировать деталь. Давай демонтировать, да. Сейчас получается все снимем, и потом будем новую резину одевать. Так, снять. Демонтировать, да. Да, конечно. 14%, это же вообще капец. Говно, а не резина. Так, хорош. И еще одну. И потом сейчас опять все ставить. Ставить, наверное, мы тоже на нем же будем, по идее. Здесь мы можем отбалансировать. Хорошо. Ящик с инструментами пока никаких нет у нас. Хорошо. Так, теперь смотри. Установить. Ну ладно. Диск. Вот резина новая, конечно. Конечно, собирай. Отличненько, да, смотри, как новый баллоник, хорошо. Так, так, да. И, видимо, да, видимо, сейчас тогда будем так сбалансировать. А, да, да. Отлично, смотри, как мы сразу будем сейчас, блядь. Конечно, нахуй. Мне сейчас интересно, не как-то будет показано, что это отбалансировано, это не отбалансировано. Так, ну и последний собираем. Так, снять. Сбалансировать. Так, подожди. Состояние, покрышка. Блять, а как понять, сбалансирована она или нет? А, все, то есть они показаны, что они не сбалансированы еще. Все. О! Нормально, нормально. Давай нахуй балансируй, ёпта. Ну, хороший такой сервис, я тебе скажу. Места в нем много, прям светло. Да, видишь, не показаны как раз те, которые надо балансировать. Диски у него, конечно, еще уебищные. Но диски я, мне, думаю, не буду, и так, блядь, затратился. Про диски он ничего не говорил. Но что там так долго? Склад. Ну да, 4 конченые резины. Так, снять и, по-моему, еще один. Да, еще один. Давай, балансируем. Так, ну я что, я пока буду ставить. Так, подожди. Держать, чтобы демонтировать. Не-не-не, мне надо сейчас сборка деталей, да. Без разницы, какой, лишь бы ставил. О, нормально, новый баллон стоит. Хорошо, так, все. Все, все баллоны мы забрали. А, вот так надо сначала. Подожди. Сборка, сборка, о. Да любое. Сейчас, кстати, я смотрю, на рынке видеоигр появилось просто огромное количество всевозможных симуляторов. То есть, будь то симулятор какашки, к примеру, да, и вплоть до симулятора там на сборке тепловозов. Ну, само собой, оно здесь все как бы немножечко, скорее, упрощено, элементарно даже. Блять, баллон поставить, снять, поставить, тоже не особо-то как бы и легко. Надо поддомкратить машину, надо по-любому замараться чуть-чуть. Я надеюсь, диски тебе не надо было, батан, менять. Так, окей. Переставить, переставить, переставить вход. Так, теперь, чтобы мне ее вернуть, насколько я понимаю. Так, заказы. Блять, мой вот этот заказ. Что мне с ним делать? Хорошо. Так. А, блять, вот оно нахуй что. Ехать.
Давай. Нельзя завести. В смысле, блядь, нельзя завести двигатель? А. Опа. А что такое? А что такое у нас? Ах, ну нихуя. Слышь, ты, блядь, сказал просто масло долить. Ах ты пиздю тут нихуя. Смотри, топливный фильтр. Пизда. Так, режим проверки, да? Что-то трубок нету, смотри. Да, блядь. Состояние непонятное, да? Так, подожди. Блять. В общем, может, нахуй надо как-то это... Подожди, блять. Так, 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 так. Режим монтажа. Нахуй режим монтажа. Пиздец, блять. А, во как отдалять, я думаю, что он, блядь, сука, близко очень. О, ну конечно, тут, блядь, фильтрок-то уже такой. Хорош, так, фильтр мы этот сняли. Ладно, давай мы тогда еще что попробуем. Тогда, наверное, масляный фильтр тоже хули менять надо. Доступ снизу автомобиля на подъемнике. Да ты охуел, я его так бы снял. Так, ладно. Здесь какой-то не хватает шлангочки. Вот серьезно, вот здесь вот. Видишь, вот здесь не хватает усилитель тормоза. Ладно. Где вообще катушка, нахуй? Здесь... Крышка головки цилиндров. Они не подключены. Так, ну-ка нахуй, подожди. Пойдем посмотрим, что у нас есть в магазине. Так. Так, отсюда нахуй. Главный магазин. Смотрим. Так, двигатель. Выхлоп, коробка передач, тормоза. Так, вот этот нам пока не надо, все вроде там нормально. Так, подвеска. Давай по двигателю посмотрим. По двигателю. Так. Фильтр. Надо посмотреть, какой воздушный, по-моему, вот такой, да? Или вот такой, или вот такой. Ты посмотри, блядь. Сколько тут всего. Так. Смотрим. Склад. Так, состояние 1%. Понятно. Так, топливный фильтр. Обычный, да, топливный фильтр? А, хотите воздушный, хотите продать, да хоть толком не продавать. Это я могу. А, да, резину скинь, конечно, но конченая. Резину скинь. За какие-то копейки, но продали. Так, смотри, нам нужен воздушный фильтр, красненький, квадратный, и топливный фильтр. Так, воздушный фильтр.
Красненький, квадратный, вот такой. Да. Так, топливный фильтр мне нужен. Топливный фильтр. Блять, сверху может был уже. Блять, сколько же здесь запчастей, ты посмотри, да? Блять, сколько ремней. Тормоза, подвеска, выхлоп. Угу. Так вот, топливный фильтр. Так, давай-ка пока так. Давай-ка пока так. Так. Не-не-не, нахуй продать, гони что ли, блядь. Сборка деталей. Конечно, это ты чё, братан? Ну, конечно, это у меня, блядь, другой нету, нахуй. Бля, ну если вот так убирать каждую, это будет пиздец. Хотя, ладно. Так. По идее, они не должны были сниматься, они должны там как на месте оставаться. Так, хорошо. Топливный фильтр. А, вот все, окей. Так, смотри, давай-ка мы теперь вообще посмотрим, где у нас катушка зажигания. Вот я не понимаю, здесь, по идее, должен быть шланг. Что здесь, блядь, дохуя патрубков нету? Или их просто не должно быть здесь? Так. А где катушка? Я не вижу катушку зажигания. А, вот она, да? Рейка. Нет, это топливная рама. Крышка. Катушка зажигания. Ладно, откуда бронепровода должны идти? Шлангов нихуя никаких нет, да? Хорошо. Давай попробуем завести. Сесть надо же обязательно. О! Базара нет. Ехать нахуй. Все, мы ее доделали. Надо было, видишь, топливный фильтр. Ах, бля. Так, ну чё, по идее, сейчас всё. Ну, машина конченая, еле разгоняется, ну серьезно. До 60, я хуею. Ну, бать, я бы уже стольник летел, отвечаю. Тачка просто таз вообще. Так, по идее, сейчас вот мы на ней просто прокатимся чутка. И она у нас вроде как должна будет уйти, типа мы ее уже отремонтили. Давай прокатимся здесь. Главное не шлепнуть ее, наверное. Так, ну все. Смотри, назад в гараж, перезапустить. Назад в гараж. Сейчас она у нас должна уйти. Так. Да схуя ли ты стоишь, блядь? Ты все уже нахуй готово, ебан. Статус автомобиля. Полтора года назад я купил сыну автомобиль. Так, заменить масло. А-а-а, ты посмотри, воздушный фильтр. Ага. Смотри. Сука. Ёпта, оказывается, там можно было найти это, да? Ну ничего, в принципе, я сделал все то, что надо было. Так, давай-ка мы теперь его еще на подъемник. Сейчас сольем масло. Эту хуйню надо поставить будет. Давай. А,
подъемник. Так, блять. Откуда тут у тебя нахуй масло будет стекать, по идее? Нахуй мне подвеска, мне вот, вот она. Поддон Картера. Не-не-не, нахуя, подожди. Подожди. Ну, блядь, ну не может же сразу, блядь, с фильтра сливаться. Ну, хуй с ним. И чё, блядь? Использовать. Вот оно чё как, хорошо. Склад с деталями, масляный фильтр. Ну, масляный фильтр ещё нормальный, нахуй тогда. Так, давай-ка сборка деталей. Ну. Вот, другое дело. Убрать его. Подъемник. Отложить прибор на свое место. Все. Ёпта, вот оказывается, что надо было сделать. Так, подожди, заливаем маслица. Так, давай-ка глянем. Такс. О, охуительное масло. Свеженькое. Так, все. Статус автомобиля. Масло слить старое. Отремонтировано же, нахуй. Слить старое и залить новое. Но. Так, ну давай его теперь переставим и, допустим, выход из магазина. Все. Хули, масло же я проверил. Уровень масла-то нормальный. Все, вот серединка, как положено, ёбан. Нахуй, закрой капот. Да с хуямба. Заменить маслом. Но. Где же, блядь, сделал все? Давай еще раз. Подожди, нет. Просто проверим. Какой-то там. Так, ну получается здесь мы, да, несколько точек должны. Это у нас получается слалом, да? Ой, да ладно, блядь, не ебал я тачку. А, не, нормально, не царапается, хорошо. Я их, кажется, только ремонтирую. Подвеска тут пиздец, сейчас будет. Вот туда, хорошо. Так, ну и на торможение давай сейчас посмотрим. Все, забирай нахуй. Ну. Да ладно, отчет, окей, хорошо. Все, ты заберешь, может, тачку свою, блядь. Да схуяли. Полтора, ну, заменить масло.
Ёпта, может еще в коробке тебе надо масло поменять? Я хуй его знает, конечно. Давай проверим. Давай проверим. Ну серьезно, может в карабасе масло тоже хочешь слить? Так, где у нас коробка, нахуй? Нахуя нам подвеска? Коробка передач. Подожди, а в ней масло мы здесь не проверяем, да? Смотри. Проверить время пробежки, но все нормально. Может, блядь, типа фильтр надо было поменять, то вот этот масляный. Давай проверим. Я хуй его знает, ну серьезно просто. Так, двигатель. Попробуем сейчас масляный фильтр поменяем еще в догонку, может что-то как-то. Так, масляный фильтр. Какой там у тебя масляный фильтр, слышь, блядь? R4. Масляный фильтр R4. 25 баксов. Давай, хули, поставим новый. Так, а подожди, не, режим сборки деталей. О. Навехоньки. Да схуяли, блядь. Может, блядь, масло там какое-то под завязку надо, блядь. Ну, серьезно. Ладно, хрен с тобой. Давай тебе еще масло дольем. Ну я просто вот, ну реально. Ну все, ёпты, максимум. Хотя по-нормальному надо не максимум, чтобы было между минимумом и максимумом. Ну да, пиздец. Ладно, завершить заказ. Будем теперь знать. Ну смотри, бабосики мы подняли, то есть у нас теперь 5 с половой, да? Глянем, что у нас вообще есть. В настоящее время больше нет заказов. Ох, нихуя себе. Вот это я проебался. Долгий, короче, дел. Сжатие пружин, хорошо. Хороший, кстати, инструмент, вот реально хороший. Так, о. Смотри, тормозная система нуждается в ремонте. Список деталей будет у нас. Хорошо. То есть вот этот мы давай-ка, наверное, возьмем заказик. Принять заказ. И теперь вот это уебище у нас стоит здесь. Аудюха, по идее. По идее, аудюха. Так, ну смотрим. Статус автомобиля. Найдены браковочные части. Смотри, тормозные колодки. Тормозные колодки супер тормоза и тормозные колодки. То есть вот все, список деталей есть, охуительно. То есть это мы все можем быстренько сделать. Тогда мы что делаем? Мы делаем его вот так на подъемник. Давай-ка быстро просто поменяем это все. Так. Ну и чё, давай-ка и... Не, подожди, режим осмотра мне нужен, да? Планшет. Режим обзора, во. Смотри, какие колодки у нас. А, подожди. Так, вот эти колодки, наверное. Нормально, вот эти колодки.
Так, ну вот получается, смотри. Это мы снимаем. Так, бегом, бегом. Так, и вот снимаем вот эти колодки. Хорошо. Так, смотрим детальки. А, тормозные. Так, супер тормозной. Ну да, пиздец ему. А да ладно, у нас. А, блядь, правильно. Да я же баллон снял. Я думаю, что за хуйня, короче. Так, видимо, вот здесь. Видишь, вот со списком деталей, короче, надо брать машину. Тогда будет прям вообще зашибись. Да, здесь суппорт хороший. Видно прям, да, по нему? Да, как у меня крепится на двух болтах. О-о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 -
Вот что снять надо. Так, ебаный Google. Да, опять серия долгая получается, но я уже думаю, раз взялись, надо снять. Так. Сейчас просто нужно бы тормозные колодки заказать. И все. Так, это убираем отсюда, это убираем отсюда. Так, ну и, соответственно, это убираем отсюда. Теперь смотрим. Смотрим по деталькам. Тормозные колодки, да, им жопа. Один суппорт поменять надо. Это что у нас? Цилиндр зажигания тормоза. Хуй пойми, что, ладно. Так, теперь смотрим. По машине. Тормозные колодки, колодки, колодки. Все, 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 у нас все есть. Так, теперь давай-ка список деталей. Тормозные, просто тормозные колодки, voice trice какие-то, да? И суппорт. Так, так, подожди, где он, блядь? Суппорт. Суппорт тормоза. Ладно. Тормоза. А, ну вот у нас все здесь. Так, вот этих. Три штуки заказать. И вот он, суппорт тормоза. Все, отлично. Так, теперь у нас... подожди. Режим монтажа. Не нахуй. Какой нахуй режим монтажа? Какой нахуй кузов? Все, тихо. Так, режим сборки у нас теперь будет. Так, сборка деталей. Ну вот, теперь смотрим мы сюда. Колодочки. Навехонькие, конечно. Так, суппорт. Ну давай это туда. А, тут вот оно еще. Так, ну и соответственно, конечно, колесо. Колесо любое, в принципе, можно. Так. Хорошо. То есть, видишь, немножечко, когда поиграешь, по-любому начинаешь понимать, ага, здесь должно быть то, здесь должно быть то. Я когда первый раз ее запустил, вообще нихуя не понял. Так. Да. Хорошо. Суппорт вообще хороший, только вот один был конченый. Блять, а этот собрать же надо еще. Колесо. Как без колеса-то машина не поедет, ёпта. Посмотри, и колесики хорошие. Резина новая, просто говорит, тормоза окончены и все. Да и внешне, по-моему, машины. Да, смотри, новенькая, аккуратненькая, не ржавая, ни черта. Так, ну и давай здесь сборочка. Конечно. Думаю, почему колодки новые? Я же, блядь, все колодки новые купил. Да. Хорош. Подожди. Диск. Так, и там нам еще пришел заказик уже. Отлично. Статус автомобиля. Все. Завершить нахуй заказ. О, 5600 у нас. Что-то я, по-моему, дохуя бабок потратил. Давай берем заказик и на этом закончим.
Список деталей есть. Какая-то проблема с тормозами. Опять же, смотри. Так, обычный заказ. Обычный заказ. Ремонт с минимальным износом. Ремонт с минимальным износом 42%. Так, ну, наверное, я думаю, вот этот мы примем заказик. Посмотрим просто, что нам там нужно. И закончим. Статус автомобиля. Смотри, вентилируемый тормозной диск. Нужно будет нам суппорт тормоза и тормозные колодки. То есть, какое-то одно колесо поменять. Ну что ж, в принципе, ребят, игра неплохая. У меня скоро будет уже второй уровень. Он у меня 278 очков опыта, надо 307. Думаю, еще мы в нее будем играть. Немножко тем более разобрался. Там вон, заказы поперли. Тут хуйня, одно колесо потом сделаем. Но уже в следующей серии. Да, видишь, обычный заказ, список деталей. Видишь, везде практически есть список деталей. Это охуительно. Вот. Ну что ж, подписывайтесь, ребят, на канал, на группу ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья. На этом все. Пока-пока.